Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе. В аэропорту таджикской столицы борт номер один встретил премьер-министр страны Кахит Расулзада. Напомню, в Таджикистане Касым-Жомарт Токаев проведет 3 дня. Планируется, что президент примет участие в заседаниях сессии Совета коллективной безопасности УДКБ и Совета глав государств-членов ШОС, а также в ряде двусторонних переговоров. Одна из встреч с таджикским лидером состоялась сразу по прилету. Почетного гостя Эмомали Рахмон принимал во Дворце нации. Собеседники приветствовали друг друга. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность коллеге за радушный прием, подчеркнул, что заметил, насколько основательно город подготовили к проведению мероприятий на высшем уровне. Лидеры поделились мнениями о предстоящих саммитах. Есть ожидание, что все подготовленные документы будут подписаны, резюмировал Токаев.